Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня, как и обещал, у нас пятничные новости. Что ж, друзья, вот и прошла уже неделя, и новостей о Майнкрафте довольно мало, но, как понимаете, разработчики занимаются финальной версией 0.16.0, которая, еще раз повторю, выйдет 18 октября. Если я не ошибаюсь, то это у нас будет понедельник. Ладно, друзья, будем ждать и надеяться, что разработчики нас не обманули. Ну а переходим теперь к новостям. Ну что ж, появились первые новости. Первая новость — это о том, что Томми добавил миры высотой 256 блоков 0.17.0. И да, и вы их сможете увидеть именно в этой версии. Также он собирается изменить левел чанг, и он устроил голосование, как вам понравится новый формат. Если, опять же, я не ошибаюсь, то изменение этого формата позволит улучшить стабилизацию мира, то есть мир 256 блоков будет работать лучше и гораздо-гораздо быстрее. Но следующая новость заключается в адденах, друзья. То есть, как вы знаете, в финальной версии 0.16.0 будут добавлены адены, то есть официальная поддержка модов, и это будет очень классно. Ну а теперь перейдем опять же к новым мирам. Вот эксперимент Томми. Как видите, миры в 256 блоков вызывают довольно жуткие баги. И, собственно, вот, друзья, вот такие скриншоты. Но я сразу скажу, что эти скриншоты были до того, как Томми делал, то есть он сделал, и теперь все работает хорошо. Ну а если присмотреться, то мы видим характеристики компьютера. Во-первых, Windows 32 бит, видеокарта GTX 970, ну и, собственно, по идее, больше ничего. Ну ладно, друзья, а последняя новость на сегодня будет тем, что те, кто хотели, чтобы я изменил броню в своем текстурпаке реальной жизни, то вы добились этого. Как видите, я изменил текстурку брони, и она немного другая. Но это всего лишь бета-тест моего изменения. В скором времени я изменю все кардинально. Если вам нравятся вот такие новости, друзья, то обязательно ставьте лайки. А также на этом скриншоте вы можете увидеть, что я изменил интерфейс кнопки и добавил рубин. Ну и, друзья, и многое другое вас ожидает во второй бете моего текстурпака. Но некоторые возможности я уже, можно сказать, спалил. Ну ладно, мы закончим. И, друзья, конечно, ставим лайки, а также подписываемся на канал.